удиви своего клиента новым дизайном. Для этого нам потребуется молочная база от Кира. Я делаю выравнивающий слой. Затем я решила взять черный гель-лак от Patrice Nail 301. Я рисую посередине вот такую полосу и делаю ей четкие края. Сверху я дублирую такую же полоску, но уже кошачьим глазом от Берки. Посмотрите, какой он красивый. Далее я прикладываю магнит к торцу и только с одной стороны, потому что дальше, после просушки, мы с вами промазываем противоположную сторону и уже там тоже собираем блик, чтобы кошачий глаз смотрелся более объемно. Потом я добавила блесток, и вот такая красота у нас получилась.